Вчера на дачу ехали на всех четырех колесах. Это стройка выходного дня, строим дом, здравствуйте. Ну вот, дорога вроде бы и нормальная была, но последний участок с километров там снега, даже не знаю, как сказать, то ли тяжелые грузовики ходили, то ли что. В общем, такие колеи, в которых, если бы не четыре ведущих, то, наверное, простая машина так бы не прошла или долго выбиралась. Ну и шел снег, вот так вот. Все вчера было чисто, а сегодня засыпало. Потому что здесь вчера по травке ходил, и вот здесь все было без снега. А утром проснулся, уже и снег. Но плюс 4 обещают, все капает. Вон оно все, как видите, там капает ручьем, с крыши льется. Это говорит о том, что крыша должна в этом году быть закрыта. Доски были чистые, оказалось, тут все у снегу. Ну, проходим. О, капает. Так. И что там, проходим, а света нету. Даже странно. Ну ладно, это в следующем видео.